привет! Выходные совсем близко. Что приготовил город, расскажу прямо сейчас. Поехали! Зажигательные ритмы и время танцев. В воскресенье вечером встречаемся в «Дирижабле». Блюз и рок-н-ролл. Золотые хиты 60-х и 70-х прозвучат на сцене при поддержке проекта «Культурное сердце России». Начало в 6 вечера. Декабря в 16:00 Дом культуры «Чайка» приглашает на представление «Рождественская кантата». В программе выступления этнических танцевальных коллективов трогательная рождественская история мюзикл «Девочка со спичками». Тур представления в поддержку семейных ценностей «Рождественская кантата» пройдет в 15 городах России. Этот проект поможет возродить семейные ценности и просто отлично провести время всем членам семьи. Тоска объявлений. Экспресс-выставка пройдет в Самаре 7 декабря. Целый день художники будут создавать экспозицию и покажут зрителю весь процесс творчества. От первого штриха до готовой работы. Темой станут объявления. Мозговой штурм, муки творчества, подбор материалов, этап оформления, монтаж и открытие выставки. Все это родится прямо на глазах гостей. В прямом эфире интригуют организаторы. Ленинградская, 23. Начало в 11. В пятницу вечером в филармонии выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса, считается самым долгоиграющим в мире. На сцене уже 85 лет. Жители более 500 городов уже посетили концерт. Теперь такая возможность выпала и самарцам. Начало в 7 вечера. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!